Извлекать смартфон из внутренностей заключенного пришлось врачам в подмосковном следственном изоляторе. Осужденный к 6 годам строгого режима за торговлю наркотиками в крупных размерах, успел до проведения досмотра в камере спрятать запрещенный для оборота в учреждении гаджет в задний проход. Обнаружить тайник надзирателям помог металлоискатель. 31 августа в СИЗО 6 в подмосковной Коломне проходили плановые досмотры камер, в которых содержатся заключенные, с целью выявления запрещенных веществ и предметов. Так, в одной из камер, в которой находились 7 человек, заключенным предложили добровольно выдать все запрещенное. Все как один сказали, что ничего криминального у них нет, однако сотрудники СИЗО усомнились в честности этих слов и начали проверку металлоискателем. Когда проверяющие провели вдоль тела 49-летнего осужденного, прибор зазвенел. На такой эффект заключенный не рассчитывал и признался, что утаил от надзирателей смартфон, однако в ходе досмотра его одежды гаджет не обнаружили. Тогда покрасневший зэк пояснил, что спрятал телефон в заднем проходе. Достать трубку самому у мужчины не получилось, а в животе появились боли, пришлось вызывать медиков, которые и извлекли смартфон из тайника. Теперь за нарушение режима заключенный будет привлечен к дисциплинарной ответственности.